должны жест повторить. Почему все по-разному? Вот внимание. Точно повторять. Поэтому надо жест давать точный тоже. Разные движения.
позы, а вы будете видеть. Это ж не базар, это не игра такая. Давайте, дети, поиграем. Нацелены на другое. Не просто, чтобы подвигаться. Внимание должно быть. Движение должно быть конкретное и точное. Thank you.
держим интервалы. Ведущий.
поменялись. Теперь не шарка, а, например, опуститься. Присесть? Да. Только немедленно, а просто взять и сесть. Скульптор.
ну, делать, как, какую-то позу, и вылепить из него, что он должен после этой позы сделать. Да, понимаешь? Я не знаю, как ты поняла? Давай. Я прям руками, да? Ну, конечно, прям бери, чего хочешь, так вот, сади его, ладно, клади, чего хочешь. Вот модель, глина твоя. Лепи из него. А он должен понять, что это сделать. Давай. Подумай, прислушайся. Ой. Thank you.
Да. Ну хорошо. Понимаете, сейчас уже 15 минут идет. Я хотел еще поговорить. Вот о чем очень важно, может быть, это больше для руководителей, чтобы вы поняли. Вот смотрите, мы сказали, да, на сцене внимание, да, вижу, слышу. Дальше идет. Оцениваю и принимаю решение, действую. Что такое действие? Yeah.
призрак, потому что призрак раскрывает ему, так сказать, тайну. И вот это событие прихода завязывает на все нас, на все сквозное действие. Понимаете? Вот это определить точно, где же это там было. Не просто разговор, а вот тут, вот, призрак сказал, вот оно событие по сквозному действию. Дальше идем. Кульминация в этой пьесе. Кульминация, да? Развязка. Как вы думаете, это надо просто? Вот.
ситуации, которые вы разыгрываете, в любом приеме, чем безусловнее прием, то есть наоборот, чем условнее прием, тем безусловнее мое существование. Там должно быть. Понимаете? Мир только условный, но у него потрясающие актеры. Увидите все фильмы, которые делают Гарри и Царев.